муж и жена возвращаются после такого веселого, хорошего, такого обильного застолья. Домой возвращается, а она к нему вот так поворачивается все время. Я говорю: Вася, ну пойдем домой, ну пойдем. Я тебя умоляю, Вася, ну что мне сделать? На коленях встать? Ну пошли, ну давай, ну хватит стоять. Ну. Ой, ну какой бар, Вася, ну какой бар? Ну у тебя вот тут уже булькает, ну ей-богу. Ну посмотри на себя, какой бар тебе? Пойдем домой, Вася, чуть-чуть осталось. Ну, ой, господи, боже мой, ну честное слово. Оставь ты этого парня в покое. Ну я тебе говорю, а зачем он тебе нужен? Я вижу, что вы подружились. Я вижу, да. Ты его прям полюбил, глянь, как целуешь. Ну оставь этого парня, Вася. Ну да оставь, потому что это собака уличная. Господи, боже мой. Это не мужик усатый, это пес волосатый. Это пошел вон, блохастый. Ну, Вася, ну ты же думай, ну что такое? Ну, кого ты в дом тянешь? Ну головой надо думать. А, голова болит. А, голова не болит. А я тебе говорила, будет голова болеть, Вася, будет голова болеть. Я тебя предупреждала, я тебе говорила: Вася, не надо тебе сегодня резко вставать под столом. А? О, а ты меня не послушалась, теперь голова болит. Вот так, теперь мучайся. Все, забыли про голову. Тебе не головой идти, тебе ногами идти. Все, давай, ну пойдем. Ну давай, вот так вот. Ножичку давай, вот одну ножичку. Так, раз, вот, давай вот это. Раз, у тебя получится, ты только попробуй, Вася. Ну, куда? Что ты на карачки стал? Ну, все, будет отжиматься. Вася, ну что такое? Ну как напьешься? Ты показываешь, как у ты сильный. Ну все, давай, я не спорю с тобой, отжимайся, все. До скольки будешь отжиматься? До 100? А, ну хорошо, сегодня до 100. Давай, я буду считать, давай. Давай, приготовился? Давай, все, начинаем. Отжимайся. Раз, два, 100! Все, Вася, молодец, отжался. Теперь вставай, пойдем домой. Да я видела, какой ты сильный, Вася. Да обратила внимание, какие у тебя мышцы. Ты прямо Шварценеггер, Вася. Вася, ты так легко отжимался, потому что лежал на спине, а руками воздух отжимал. Уставай быстрее, пойдем домой. Ну что, я уже не могу, я уже замерзла, Вася. Ну чуть-чуть осталось. А ну, пожалуйста, дождался, милиционер идет. Вот, заберет сейчас тебя. Вот. Все, давай, я сама буду разговаривать. Молчи! Не вмешивайся, молчи, все. Здравствуйте, товарищ милиционер. Да, я знаю, что вы уже полиция, да. Я знаю, что вы полиция, но извините, живот у вас как у милиции. Но, не, это не надо его забирать. Не, это мой Вася, муж. Он не пьяный. Он пьяный? Да вы что? Да он не пьяный. Мы с фитнеса идем, он устал. Он устал, он там отжимался до 100 раз, вот сейчас лежит, отдыхает, да. Документы, пожалуйста, без проблем, вот документики посмотрите, да, все. И вам того же, все, счастливо! Вася, ты не поверишь, милиционер еще пьянее тебя. Ну, документы у меня попросил, откуда у меня документы? Я ему два календарика показала, он посмотрел, говорит: все, документы в порядке. Ну давай, поднимайся, пойдем, давай еще кого-нибудь принесет. Вася, вставай. Ну, пойдем домой, пойдем. Давай быстренько, пойдем. Куда ты пошел? Куда? Мы нам в другую сторону. Куда ты пошел? С каким Виктором одноклассника поздороваться? Где тут твой одноклассник Виктор? Где ты его видишь? Вот это? Это... Ну, поздоровайся. Давно не виделись, а все. Поздоровался, все, пойдем домой. Не, Виктор с нами не пойдет. Я говорю, не пойдет с нами Виктор. Не уговаривай, не пойдет, потому что это памятник Пушкину. Не ходит он, у него ножкам нету. Все, никуда, нет, не поедем. Мы пойдем пешком. Не надо этого водителя автобуса уговаривать. Не надо. Мы на этом автобусе не поедем, Вася. Я тебе говорю, не поедем, не уговаривай ты этого водителя автобуса. Потому что ты человек, сидит в киоске, газетами торгует. Все, пойдем. Я сама перед этим мужиком извинюсь. Пойдем только. Женщина, извините нас, заради Бога. Ой, Господи Боже, куда ты пошел? Какой бар?
С какими родственниками, с какими братьями? Где ты видишь этих братьев? Где? Господи, Боже, Вась. Ну какие братья? Это твое отражение в витрине. Да. Сегодня вот так у тебя. Сегодня ты и там, и здесь. Сегодня ты в 3D. Ты пойдешь домой или нет? Или будешь нервы мне мотать? Господи Боже, как я с тобой устала. Вот Ева, куда ты пошел? На какой машине поедешь? Это не наша машина. Не надо ее открывать, Вася, я тебе клянусь. Это не наша машина, понимаешь? Ну не наша, ну она просто на нашу похожа, понимаешь? Ну, у нас, да, у нас такая же, да. Вот у нас белая Лада Калина, это черный Порш Каен. Ну что ты упинаешь? Господи Боже мой, это ребята из Порше выходят. Ну, я не знаю, что будет. Ребята, простите, пожалуйста, это мой муж, понимаете? Мы идем с гостей, он просто машины перепутал. Вы его извините, у нас такая же, да, белая Лада Калина, такая же. Нет, мы не придурки. Ну, мы просто с гостей идем, понимаете, домой. Да, сейчас с Васей побегим, куда вы нам сказали. Прямо побегим, Вася первый, я за ним. Да не надо ему ускорение придавать! Ой. 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 Вася, как ты летел? Вася, ты как летчик сидел. Ну да. Они, знаешь, себе какого пендаля дали? Ты прям 10 метров летел. Вот, только приземлился. Ну, поэтому у тебя копчик болит даже спереди. Ну, у всех летчиков так, понимаешь. У них профессия такая опасная. Это же про них даже вот говорят, что душа как бы ищет вдохновение, а копчик находит приключения. Да. Ну, вот и ты сегодня, Вася, уже на копчик нашел все, что надо. Поэтому пойдем домой, Вася, по-хорошему. Пойдем домой. Без какой красивой женщины ты пойдешь? Где ты здесь видишь красивую женщину? Я? Как ты меня назвал? Хорошо на тебя пендель подействовал. Ой. Да я же за всю жизнь никогда таких слов от тебя не слышала. Ты сидишь, простынешь. Пойдем домой. Не можешь. Копчик мешает. Иди на закурки. Вась, да после таких слов я тебя всю жизнь на закорках носить буду.